Всем привет! Продолжаю играть на Эльмарлабе C5X5. Сегодня у нас стрим с тех же самых катакомб. Из Витчей. Вот, вкачал СВС-а немного. С ним все же проще фармить каты. Без него бывало Дестер отъезжает. Собственно говоря, СВС дает возможность не помирать. По крайней мере, пока. Вот СВС 50 уровня. Главное, Song Hunter у него есть. Винт тоже приятен. Вот. И в конце стрима будет крафт двух желает сетов. Вот, если вдруг кто-то смотрит в повторе, кому интересен именно крафт, можете перемотать. Наконец стрима. Докупил я оставшийся, недостающий рецепт на МЖ перче. Так что крафта быть.
Ералаш, приветствую тебя. Это что-то, видимо, хотел написать. Сообщение отправилось, да? Случайно. Я только... Дальше не видно сообщения. А, только начал играть. Я понял. За кого стартовал? Какие планы вообще на сервер? Подскажи, как в трейд сесть. Смотри, у гейткипера стоит NPC такой гном. Типа знаешь, как Мамона. Вот, ты к нему подходишь, у него есть строчка. Купить офф-трейд монетку. Офф-трейд монетки, они разные. Есть монетки, которые, скажем так, до 3 лямов адены. То есть, допустим, ты сажаешь на трейд. И твой трейд не превышает 3 ляма адены. То есть это покупка, продажа, неважно. Там еще есть ограничения по крафту. То есть если ты накрафтишь на 100к, то при покупке именно вот этой монетки, она, по-моему, 2000 стоит адены, то персонаж, по-моему, вылетит. Или ты, если посадишь, допустим, на трейд на 5 миллионов, то персонаж просто вылетит. Вот. Поэтому внимательно почитай описание. Там есть трейды на 10 лямов, ну, монетки на 10 лямов, есть монетки на 50 лямов и так далее. Вот. Самый дешевый трейд на 3 ляма, если только начал, и думаю, что у тебя навряд ли трейд стоит больше, он будет стоить 2000 адена. То есть ты садишься на... покупаешь вот эту монетку, садишься на офф-трейд. И все, и выходишь из игры. Больше ничего делать не нужно. Ну, просто выходишь из игры, то есть нажимаешь Exit Game, и все. Можешь второе окно запустить, с него проверить, сел ли твой там гном или кого ты сажаешь на продажу. Думал кого-нибудь позвать, чтобы вместе пофармить. 83 же нормально. А, понял, благодарю. Если что-то не получится, пиши. Мы с друзьями просто зашли поиграть немного ностальгия. Стартовал спойлер плюс ПП. Интересный сетап. Почему не шилка? Ну, ПП понятно. Шилка может до 30-го докачать окном. Например, как-нибудь в соло. Или когда ПП уже раскачаешь.
И просто привести на спот, релогать шилку, у тебя будет первый вампирик на 30 уровне. Четыре процента, по-моему, первый вампирик дает. Будешь, ну, спокойно с полером качаться. Да, нас четверо, мы с сапов разделили. Друзья, магами начали. Слушай, ну очень правильное решение начинать магами, потому что без бафа физиками качаться очень сложно. На себе это прошел. Я, в принципе, это знал, для меня это не новость. Мне недавно под прошлым стримом написали комментарий. Типа, что ты так сыграешь со старта, такой маленький уровень. Ну, я играю это физиком, по сути. Дестер, он требователен. К шмоту, к бафу и так далее. А что за маги у вас, если не секрет? Какие профы? Да, я смотрел твой стрим. Очень приятно. Заходите, буду рад. Но я, в принципе, не жалею. Я особо магом что-то не хочу играть. Магам это нужно по большей части бить соло-таргеты, да? То есть, если качаться на париках, то это надо играть пачкой. Пачка это Prime и так далее. Вот это все вытекающее. Сегодня ребята писали, качались луками. Искали лука, я пишу, типа, куда вы ищете? Они говорят, в Тове, на первый или там на второй этаж. Я говорю, кто у вас? У нас ПДСВС, лучник, ПП и шилка в релоге. Ну, это будет такой себе кач. Один раз тут была попытка найти пати. Ну, точнее, не найти пати, а собрать даже пати. Я собрал почти фулку, нам не хватало только лучника и бишепа. То есть 7 персонажей было. БД, СВС, кот, два лукаря и Ешка. Вот, и мы пошли в Giant Cave. Мы там баф даже не достояли, у нас Ешка села по мане. Конечно, хотелось бы в Giant Cave сходить, но... Но это сложно собрать народ, это надо свою пати иметь, тогда можно будет собирать Giant Cave. Ну, просто рецепты, квест-рецепты на MG Light, на MG Heavy, на Nightmare Light и Nightmare Heavy. Два некры и сорк. Интересный сетап.
На массух хотите качаться, что ли? Некры будут что делать? Взрывать трупы? Некры КДЛ тоже могут качаться хорошо. Ой, у меня баф кончился. Баф-то у меня кончился. Как спойлером? Ну это да, это правильно, это надо. Хотя учти, что спойлеры здесь не такие прибыльные, наверное, как ты привык. Тут цены на ресурсы довольно-таки низкие. Вот, это надо учитывать. Но если ты был в Геране, ты, наверное, уже видел. Вот, поэтому не ожидаю, что стартанув спойлером. Пак-то оденешь, бесспорно. Но вот что-то вне пака. Это будет большой вопрос, скажем так. Так, ППшки кончилась мана, классно. Регени ману, что делать? Мы играли на таких рейдах 15 лет назад. Слушай, ну я сам, наверное, примерно столько лет на таких рейдах назад и играл, потому что... Хотя нет, был у меня X1 на Lineage.ru в 2011 году. Ария такой сервер был, Interlude. Интересный сервер был. Там Лука Пати играли. X1, конечно, долго очень качались. Пока качались, многие уже выкачались, распродались, как это часто бывает. Качали сабы Ноблиса и ушли с сервера. Но там все равно вар был. В принципе, интересно было играть некоторое время. Наверное, полгода сервак прожил, потом все. Вот, надеюсь, этот сервер такая участь не ждет. А то выкачиваться на таких рейтах, чтобы потом что? И на другой, что ли, сервак? Не хотелось бы. Вы-то сами как тут надолго? Просто под пиво покачаться, поболтать. Понятно. То есть вы, короче, старые приятели, которые когда-то давно вместе играли и решили ворваться. Слушай, ну ты же знаешь, что старых задротов не бывает. Точнее, бывших задротов не бывает. Так что это все опасная такая история. Может затянуть, как в былые годы. А почему именно сюда вот решили? Почему вот на C5, именно на Elmer Lab? Как вообще вот пришли к этому? Просто интересно. Почему там, например, не какая-нибудь, не какие-нибудь другие хроники даже? Или почему на этом же сервере есть и другие? Там X1 есть, X3. Ну, наверное, жестко, да, для вас X1, X3. Поэтому, наверное, X5. А как вот, почему именно Elmer Lab решили?
Вот думаю, здесь мобы станет. Стоит ли ставить тату еще плюс 4 СТР и. Ну, еще одну татуху плюс 4 СТР, минус 4 кон. Сейчас у меня стоит Декс плюс 1 кон минус 1 и Декс плюс 4 кон минус 5. Это будет минус 10 кона. Тут станы. Блин, даже не знаю. А в катах выше вот с ребятами общаемся очень плотно. Там постоянно ПВП. Этот вкачался. Ага, стримы твои ребята говорят, давай тут, ну и рванули. Слушай, ну правильно, что выбрали именно этот сервер, если вам, конечно, интересны именно эти хроники. Вот, потому что сервак выглядит надежным. Тут уже давным-давно открыт X1. Он прошел с C1 и дальше апался. По-моему, сейчас там C4 стоит. Вот, X3 тоже у них давно открыт. Ну, онлайн, честно говоря, тут немножко подупал. Сейчас онлайн. Блин, какой сейчас онлайн? Сейчас онлайн 1790. Но был 2700 даже одно время. Но это на старте. Конечно, люди пришли, поиграли там 2 месяца. Кого-то побанили за РМТ. Кто-то ушел там на новый какой-то сервак. Да, искать новые приключения для себя. Поэтому онлайн подсдулся немножко, но вот потому количество народу, который в катах, это вообще не ощущается. В принципе, рынок как и был, фактически так и остался. То есть можно купить, продать, проблем нет. Сколько я тоже играю в эту игру 2007 года, я серваком доволен. Были в начале там моменты с лагами, еще что-то, но сейчас этого, по крайней мере, я не наблюдаю. И что самое интересное, чего я никогда не встречал, это что здесь очень много иностранцев играет, очень много бразильцев. Я вообще удивился. Заболтался. Очень много бразильцев, ну вообще испаноязычных игроков. С Болгарии он недавно с БДшкой качался. Ну, как обычно, русских, украинцев превалирует, но даже целый клан есть бразильский. Кстати, не только бразильский. Да, надо скорее докачиваться, врываться в какой-то там биквар, что-то типа такого. Либо какой-то активный клан, который ходит, ну хотя бы на осады, это было бы уже интересно. Надо уровень докачивать. Сильно не затянет, как было раньше. Трое детей не дадут, да и друзей с детьми. Понятно, понятно. Ну, вас, считая детей, подрубите, будет фулка. Шучу, конечно. Вот интересно, вот если так подумать, я тоже на эту тему одно время задумывался. А вот что сделать, чтобы дети, как мы, да, в свое время не тратили кучу времени на эту игру?
не показывать, все равно же узнают. Сейчас же куча всяких вот этих вот игр. Сейчас просто игры, они стали больше такие, больше, как сказать, сессионные. То есть L2 это игра про долгую историю, хотя многие ее сейчас стали воспринимать как сессионную игру. Типа зашел, убил первого Баюма, там месяц поиграл, пошел на другой сервер. Да, а сессионные игры это типа как там, Dota та же или еще что-то. Сейчас не особо слежу за новыми играми. Сам тоже так захожу поиграть, чисто вот чуть удовольствие, покачаться, поразвиваться, там покрафтить, что-то поспойлить. Недавно спойлил сопы опять, в Круме на втором этаже, там же как раз СВС я докачивал до 50-го. Успел. Он написал. У куртики, да и что? Все орки с ним лазят. Что? Что он написал-то? Траву закинул. С травой можно релогнуться, интересно? Мана на ребаф не хватит. Эх. Бежал. Пусть бежит. В соседней комнате они качаются. Два даггерчика. ПВ и этот. ТХ что ли? Может их в пати взять? Будут мобов вводить. Меня фоги качает. Вот так вот тут саппорт и выкачивается. И берут фок. Так, попробовать что ли с Зилом без ДС убить? Без сонгов?
Вообще, я такое проворачивал уже тут. Блин, конечно, неохота будет ребафаться потом. Просто на СВС сонги еще висят, я его релогаю, неохота ждать. Собирать, конечно, намного сложнее. Дестер догоняет и бьют. Эх, добежать бы. Главное тут стан не словить. А чё случилось? Чё так по ХП просел резко? Отлично. Это я вообще не представляю, как на таких рейдах можно выкачиваться там даггерчиками. Стоп, рано. Нам бы еще не респ. Там какого фига у меня перегруз? Поди стрелы.
Чё сдох, вообще непонятно. Спасибо за подсказку. Удачного стрима. Спасибо тебе тоже большое. Заходи, если что. Дагерщики не верят в Дестра. Ну ладно, мне-то в принципе не особо это нужно. Так, качаюсь быстрее них.
Привет, сколько окон можно? Можно два окна одновременно. Трейдеров можно сажать на офтрейд сколько угодно. Да, не хватает, конечно, еще одного окошка. Вот было бы три. Было бы самое то. Но тогда не искали бы так БД, СВСов на кач. В принципе, я бы какого-нибудь СВС бы взял бы на кач. Онлайн 400 плюс онлайн больше, чем 400 плюс. Вот он здесь нарисован. В правом верхнем углу. Можно прописать точка меню. И откроется вот такое окошко. Вот здесь в правом верхнем углу виден онлайн. Соответственно, вот этот онлайн можешь делить на 2. И таким образом узнаешь количество игроков. Ну, скорее всего, ну, наверное, есть люди, которые играют в одно окно. Но я думаю, 700 человек точно можно вычеркивать. 1000 человек это, ну, я бы сказал, в реалиях интерлюда, серверу, которому 4 месяца. Это очень даже ничего. Максимально здесь, по-моему, 2800 или 2700. Такие цифры были. Я бы, конечно, поискал бы СВС на кач, но скоро уже заканчивать буду стрим. Еще, я думаю, вот этот паф. И пойду крафтить 2 им сета. Буду это делать на стриме, если кому интересно. Оставайтесь.
Выбивал что-то ценное. Вообще, в принципе, или здесь конкретно? Если говорить конкретно здесь, то выбивал здесь БВ-робу, Дум-шлем и Дум-роб-низ. И два БВ-кольца. Вот, а вообще еще выбивал в Круме на втором этаже два Дварфен-Вархаммера. Там два щита цешных. Цебижу какую-то там выбивал, топовскую. Вот, то есть дроп бывает, но довольно-таки редкий. Вот что, наверное, в принципе, нормально. Хотя в катах, мне кажется, можно было бы почаще что-то, чтобы падало. Обычно в катах шанс на дроп повыше. Да, приятно. Очень приятно. Причем БВ-робу хорошо продал там лямов за 8 или за 9, уже не помню. И за эти деньги как раз-таки купил рецепт на МЖ-перчи, которых мне как раз вот этого рецепта мне не хватало на крафт двух сетов. Прокачал сегодня пуму до 55 левела, и такое западло нельзя улучшить питомца. Да, в этих хрониках нельзя улучшать. Их, конечно, надо бы поизучать отличия, что можно, что нельзя перед тем, как что-то делать. Я недавно здесь искал книжку. Конечно, меня тоже разочаровало, но не так, как тебя. Я искал книжку Invocation на шилку. Дня два искал, наверное, кричал. Никто не продает. На рынке никто не сидит. Я думаю, да быть такого не может. Все книжки продают, а Invocation нет. Кажется, в этих хрониках просто нет этого скилла. Все просто. Блин, а с пумой, конечно, облом, да. Волки не апаются. Волк, конечно, очень хороший такой подспорье спойлеру. Обидно. Ну, что делать? Слушай, она не бафы, да? Они после 55 уровня. Я просто, честно говоря, никогда у меня не было никакого питомца, кроме страйдера, когда-то там очень давно. Они, по-моему, должны бафать, да? Или после 55 или до 55. Вот. Есть ли какой-то вообще толк от этой пумы, да, вот до апа? Или это вообще просто бесполезняк какой-то? Так, 4 минуты баф, как раз заход я успеваю, и надо будет идти крафтить им же лайтсеты.
Какие вообще вот у вас ощущения? Сколько скрафтится? Сколько не скрафтится? Для меня будет удачный крафт, если скрафтится хотя бы одна МЖ перчатка и одно МЖ лайт тело. Потому что они фактически самые дорогие. МЖ лайт тело лямов 25-35. Разный разброс цен. Перчи тоже 25-30 лямов на рынке можно найти. У меня с крафтом Талум Хэви, то есть тоже был на стриме, были крафты. У меня скрафтилось два тела и по одной конечности. Из двух сетов. Как карта ляжет, как сервер даст. Не, надо что-то конкретное, чтобы прям все хорошо прошло. Нормально она хилит после 55, после 55-го и бафы дает, а это мелкая пума бесполезная. Да, но вот это вот самое обидное, что ты, допустим, если не знаешь это, вот это качаешь, а толку вообще никакого нет. Смысл, да, тогда от этого все вообще? Даже вот это расстраивает. Дестру хил не надо, слушай, ну, пока не надо. Пока не надо. Если я буду без СВС здесь качаться, то бывает так, что надо. Зависит от бафа. Я вот в апостатах качался. Я качался вообще без ДС. Просто ППШ ей нормально было. Ну, правда, от стана подыхал, бывало, но. Так, что там последний мопчик остался? Так, завожу крафтера. Буду крафтить им желать сеты. Тараденой подфармил, еще надо будет считать. Хватит ли не хватит на крафт. Ой, не на крафт, на распечатку. Это МДТ, если кому интересно. До сих пор тут народ сидит. У меня такое ощущение было, что мне Кейла не хватит. Вроде хватает все. Так, нужны ники счастливых гномов, крафтеров.
Лучше кривой, но живой хил, как по мне. Ну да, согласен. Я просто сегодня ненадолго, я... Часика. Я до стрима качался, выкачивал СВС до 49-го. Я уже относительно давно играю, просто там стримить особо нечего было, не особо интересно. Так. 7 стрелов. Какая цена на крафта нормальная? Если кто не знает, как искать какие-то вещи на рынке, вот есть Find Store. Очень удобная подсказка. Вот здесь находится, в действиях. Он там подсвечивает таким цветом. Видите, вот подсветило. Сейчас мы посмотрим. Так, сотка. Не знаю, вот гномы с сообщением Лаки уже как-то отталкивает. Почему-то ощущение, что будут одни фейлы. Лучший крафт, самая низкая цена. Вот мне тоже так кажется, я поэтому сейчас ищу. О, 49 лямов. Так, раз. Есть тело одно. Опа, два тела есть. Ништяк. Так, у него же боты есть. Давайте боты. Так, боты. Нет? Да, одни боты из двух, отлично. Фух. Так, а шлемака у него нету? А, есть шлемак. Так, шлемак. Давай, раз, два. Два шлемака из двух, отлично. Пока только один фейл получается. Так, перчи. Перчи самое стрёмное крафтить, блин. Раз. Есть одни из двух. Фух. Фух, отлично. Есть. Есть. Я очень доволен крафтом. Все, хавка денется. Теперь вам желает сет. Будет модный, стильный, молодежный. Отлично. Очень рад, очень рад. Так, ну на этом стрим буду заканчивать. Спасибо всем, кто был. До встречи. Всем пока.